Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я выращиваю бамию в открытом грунте. Для этого я уже место подготовил, землю разрыхлил и борозды отрыл. Борозды глубиной сделал где-то сантиметров 2,5-3. И расстояние между рядами взял 50 сантиметров. Так. Борозды я заранее увлажнил, но чтобы семена сразу попали в влажную среду. Семена. Семена у меня купленные, такая, назвали его бамия Бомбей. Сейчас посмотрим внутри, что у нас за семена. Сами семена такие круглые. Таких семян, конечно, я особо не видел никогда. Ну, сейчас мы распределим его, их по лункам. Посажу я чуть куше, ну, в случае, если густо это потом разреживать надо будет, но это не проблема. Получилось расстоянием где-то 10-12 сантиметров и накрыть обязательно. Ну, смело можно накрыть на ту же самую толщину, что мы сделали борозды. И обязательно утрамбовочка, чтобы семена прижались к земле и быстро зашли. Кстати, семена бамии очень долго, ну, дольше, чем другие растения, сходят, взрастают. Поэтому, чтобы дольше держалась влага, и обязательно накрою салофаном. И подождем сходов. Шестой день, как мы посадили бамию. Вчера буквально начали показываться ростки вот такие. А сегодня уже все это, почти что весь ряд это, ну где-то нету. Ну вчера, как я видел росток, это сразу снял салофан, чтобы они не продавили, не сварились это под салофаном. У нас сейчас уже вполне достаточно, то есть выросли. Ну, в дальнейшем поддерживать опять же водный баланс и прополочку не задерживать. И наблюдать, ждать дальнейшего роста. Прошло 5 недель после всходов бамии. За это время я, что я делал? Разреживал, лишний удалил. Получилось между растениями 20-30 сантиметров. Ну и недавно окучивал, чтобы они корни больше окрепли. Ну и вот некоторых даже появились бутончики. Думаю, что уже в скором времени начнут цвести. Сегодня ровно 2,5 месяца, как мы посадили бамию. Вот, смотрите, какой результат. Плоды очень хорошенькие. Ну, конечно, некоторые пустоцветы есть, но это ничего страшного, не без этого. Но в таком же размере их надо уже снять и использовать по назначению. Ну, некоторые даже вот сам это кустик немножко слабоватый. Ну, видимо, корни поточили вредители. Ну вот это уже самый хороший кустик. Со светик, смотрите, обильное. А вот этого крупного я специально оставил, чтобы взять семена. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. До следующих видео.